Сегодня Чувашию посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он побывал на новочебоксарском заводе «Хевел», который выпускает солнечные модули на основе технологии тонких пленок. Предприятие построено на территории опережающего развития «Солнечная долина». Глава правительства дал символический старт промышленному производству тонкопленочных солнечных модулей. Уникальное предприятие, созданное в Чувашии, в ближайшем будущем должно стать одной из мощных точек роста экономики не только республики, но и России. Мировой рынок фотовольтаики демонстрирует ежегодный прирост, а значит, спрос на продукцию завода «Хевел», в том числе и на экспорт, должен увеличиваться. Уже сегодня построена первая солнечная электростанция на Алтае. Кроме того, они появятся в Астраханской и Оренбургской областях, Забайкальском крае, Калмыкии, Дагестане и Башкортостане. Проектная мощность новочебоксарского предприятия составляет порядка 800 тысяч модулей в год. На эту цифру завод должен выйти уже во втором квартале 2015-го. В России создается новая отрасль – возобновляемая энергетика, солнечная энергетика. И для нас, для республики, мы являемся пилотом в этой отрасли. А для нас действительно это важно. Важно – это современное производство, это современная наука, которая присуща этому заводу. Плюс, почему важна еще локализация здесь, на территории республики. Сегодня там, не секрет, что модуль состоит примерно из 80% модуль состоит из европейских товаров. Модуль состоит из стекла, плюс вот кремний, который напыляется. Стекло сегодня закупается в Греции. Если вот эти газы, которых происходит процедура напыления кремния, они закупаются во Франции. Вот сегодня ведется работа для того, чтобы газы, сверхчистые газы, они размещались здесь у нас, а стекло тоже очень удачно, что сегодня прибыл сюда и президент Республики Татарстан, тоже он сказал, что буквально на днях открылся завод, стекольный завод в Алабуге, тоже представляет интерес для того, чтобы максимально, еще раз говорю, заместить импортное сырье нашим отечественным, говорю еще, это Новочебоксарский плюс Татарстан или в Нижнем Новгороде по стеклу.